Ребят, всем большой привет, меня зовут Раиль, это новый выпуск чат-рулетки, очень рад вас видеть на моем канале, так что усаживайтесь поудобнее, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и погнали! Ужас! Ой, гитара! О, ты играешь? А во что? На гитаре! Ой, дурак! Я солдат, я не спал 5 лет, и у меня под глазами мишки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Юлю комбат рвет, разорванный рот у комбата. Потому что граната, белая вата, красная вата лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, каков по романам. Это было охуенно. Заебись, красавчик просто. Спасибо, ребята, спасибо. Прям, хоть не дрочер, слава богу, что-то интересное. О, это ютубер. Ну да. Блин, реально? Да, ну ты тоже играешь, да? Да. Можно сфоткать, пожалуйста? Да, да, давай. Блин, круто. Я тебя смотрела только вчера. Да? Да. Офигеть. Бывает же такое. Хочешь, я тебе спою? Давай. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ней новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радиовцо напомнит нам о том, что не сбылось. Знаешь, горе по колено, горе по колено, горе по колено тем, кто держит шаг. Никаких потерь, просто наступает время, время разложить эту жизнь по местам. Волны по колено, волны по колено, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время, время разложить эту жизнь по местам. Классно. Ну ладно, давай, удачи тебе. Ты снимаешь, да, сейчас? Да. Давай что-нибудь из Виктора Цоя. Давай. День как день, только ты почему-то грусти. И вокруг все поют, только ты один молчишь. Потерял аппетит и не хочешь сходить в кино. Ты идешь в магазин, чтобы купить вино. Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Классно. Может, у тебя есть ТикТок или Инстаграм, что-нибудь такое? На Инстаграм могу оставить? Давай. Ну и что за игру вы хотели предложить? Камень, ножницы, бумага на желание. Ничего себе. И что мы будем делать? Играть. Логично. Не правда ли? Ну давай. Без снятия футболок, да? Понятно, да? Без Всё. Снятия футболок? Или со снятием? Со снятием уж. Ах ты мелкий извращенец. Давайте, давай. Дура? Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Да. Давай. Выше, да. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. В смысле, вы же заказываете теперь, да? Да, мы тебе. Снимай футболку. Да не надо сразу снимать футболку. Че ты у него там? Окей. Давай чем-нибудь другое придумаем, поинтереснее. Вы уже играли в эту игру вчера тут, да?
Мы каждый день в нее играем, да, здесь. О-о-о. О-о-о. Можно найти. Так, мы тоже по 10 футболок одеваем и по 10 трусов. Расскажи любой стих, короче. Любой стишок, там, не знаю. И вообще пофиг какой. Строф. Давай. В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал Лигури. Но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый Лигури. 5 minutes later. Да не чисто рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал прецедентом, но судебный прецедент лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе. Все, закончил уже. Да, дальше. Да, вообще-то это скороговорка. Это стих. Это но скороговорка, но она длинная. Но какая разница? Он все равно рассказал. Давай. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ножницы. Ножницы. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. О. Уже веселее пошло. А мне что, вам двоим заказывать? Ну да. Сделайте засос друг другу. Нет, прям не в смысле, не в шею там, а засоситесь, имеется в виду. Засосаться? Да. Мы засосали. Засосали. О, обмен этими. Стой, подожди. Я знаю тебя. Ты снимал видео на Ютубе, у тебя канал. Ну, когда-то, да, было время такое съемочное. И ты еще с девушками знакомился, ходил, песни просил, спрашивал. На улице, да? Да. Да. Рулетки. Да, «Хижина музыканта» называется канал. Точно, я на тебя подписана, кстати. Ты художник, да? Ну, нет, просто хобби такое. Блин, ну красиво же, вон там замок какой-то ты нарисовала. Да. Сколько у тебя картин уже таких? 5. А, недавно начала? Да. Это по номерам получается? Нет. Вот одна картина маслом, вторая сейчас тоже будет. Ого. Что тебе спеть тогда, если хочешь? Давай твою. Мою? Любую твою. Давай. Ну, свежую могу. Сегодня бал, ты моя дама, я твой кавалер. И пусть завидует в потоке весь твой универ. И мне не важно, что там будут говорить о нас. Мы будем танцевать всю ночь, словно в последний раз. Каждое касание, словно испытание. Стойки я нам больше не сдержусь. Дикое дыхание, пьяное сознание. Вжёг, закипает кровь. Я видел, как ты падала, и на губах помада. Я останусь ароматом, но лишь только в тебе. Я знаю, это надо нам, но что тут непонятного? Ведь мы — это танец теней. Давай станцуем танец наших душ. Давай станцуем танец наших душ. И пускай тает все вокруг. Я чувствую касание твоих рук. When you're dancing, there is no only way. Take my hand, why you shine like a winner. Ты помнишь эту песню, да? Да. Классно. Спасибо, что послушала.